Соответственно, используется как вариант: первым делаем финт, вторым наносим удар. Но финт будет хорош только тогда, когда противник его заметит. Профессионалу достаточно будет дернуть плечом, он на него среагирует. Новичок просто не увидит, что произошло, следовательно, это уже будет не финт. Ему нужно будет делать что-то более яркое. Поэтому обратите на это внимание при отработке. В зависимости от уровня вашего оппонента, используйте правильный вариант финта. И некоторые используем рабочие варианты финтов. К примеру, первый джеб бросаем в лоб, противник чуть-чуть перекрывается, и сразу же наносим в челюсть. То есть второй вариант, когда мы выбрасываем финт до середины и небольшую делаем паузу, то есть оппонент реагирует уже на то, что было в начале, после чего мы просто можем поменять траекторию середины, то есть вплоть до того, что при правильной наработке можно переходить после первого финта на боковой. Ищите, пробуйте, используйте.